Ну, вы знаете, вот что мне еще нравится в термальных отелях Турции, что они очень заботятся вообще о своей репутации. И иногда сознательно руководство отеля выстраивает какие-то ограничения для клиентов. Тем самым, не для того, чтобы подчеркнуть статусность отеля, да, а для того, чтобы создать определенный имидж отелю. Вот, например, курортный термальный отель Чам возле Анкары. Там, если вы приедете с женщиной, вы должны предъявить свидетельство о браке. Туда приезжают, ну это семейный отель, туда приезжает очень много людей с детьми, и вот отель так заботится о том, чтобы вы не приехали просто, чтобы там расслабиться со срамной девушкой, как раньше на Руси говорили, да. Предъявите свидетельство о браке, и вас заселят. Если вы его не предъявите, то отель может расценить, что вы приехали со срамной женщиной поразвлекаться, и вас не поселят. Подход такой интересный. И в этом фишка отеля, и он заработал определенную репутацию, что, да, там, допустим, приезжает очень много арабов, не только арабов, там турки приезжают, даже россияне были. Жены могут быть спокойны, что их муж, поехав в этот отель, не будет там гулять на стороне. Ну, во всяком случае, в этом отеле уж точно. Вот такие дела. Интересно. Интересные такие вот фишки. И в каждом отеле термальном Турции что-то есть такое особенное.